Да. Цель, доброе утро. Доброе утро. Камера на готове, продукты на готове. Мы сейчас будем снимать с Ваней видео на Светхом. Мы сейчас будем готовить завтрак себе. Да. Заодно в 2 часа дня будем готовить себе завтрак. Притом... У нас ночью, извини, Зая, я перебила тебя. У нас ночью был такой ливень, гроза, молния. И было страшно. И было очень страшно и холодно. Что ты, Зайчик, говорил? Я тоже. И при том, все, при всем мы встали рано. Ну, я рано встал, я в 9 с лишним встал. Катя встала где-то 11:30. Это все неправда. Ну ладно, я встал где-то в 9 с лишним, а Катя где-то в 10 с лишним. Вот. И мы только сейчас завтрак идем. Ну, мы кофе уже попили. Да. Вот. Мы доели вчера вечером эти кальмарчики. Кстати, вызова не будет. С конфетками. С бабами. По крайней мере, ближайшую неделю, да? Нет, не неделю, да. Ближайших дней 5. Ну, короче, 29 числа вроде как должны прийти нам... Короче, другие. Нам в комментариях там написали, что мы не те конфетки заказали. И мы посмотрели, и это действительно так. И, короче, мы вообще не знали, что там их два типа есть. Так что мы лоханулись. Ждали столько месяцев, и при том, при всем. Не те конфетки купили. Не те конфетки. Но мы те на заказали, они у нас в Германии идут уже, наверное, нет. Зай, держи камеру, а где моя, это... Я не могу держать, у меня руки заняты, видишь? И я держу два стула. Ну, пожалуйста, держи. Где моя, это, табуретка? Где ты бумагу убрал? Вот она. Там. Нашла? Да. Катина табуретка из бумаги. Пума! Она у нас что-то все утро орала. Таким непонятным голосом. Ты так сделала, у нее уши назад сломались. Кстати, ее давно уже не было во влогах. Тебя давно не было во влогах? Пума. 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 Посмотри в камеру. Скажи всем. Хай. Что-то какой-то странный взгляд. Ладно, мы пошли снимать. Что-то жарко. Не жарко, а душно, да? Душно, да. Я хоть и включал кондиционер, но что-то он... Он не справляется с нашими потребностями. Справляется? Нет. Так, мы сейчас снимаем видео. Катя его, наверное, сразу будет монтировать, да? Да. Да, и мы потом едем на день рождения. Но и перед там... этим нужно еще отснять. Перед днем рождения, там по дороге место одно, которое мы нашли. А, там же... ну да. Это погодка не очень. Ну ладно, посмотрим. Снять. Ты в том платье будешь, да? Да, не в этом, другом. Не в этом, в другом. Тоже ладно. Обалденно. Очень красиво. Все, давай, включай камеру. Все, включаю камеру. Видишь, выключаю. Сначала, наверное, надо выключить, нет? Ну, это да, а то включить. Да? Да. Да? Да! Да! Покажи свой макияж. Какой он? Красивый? Крутой. Давай, не нравится. Ваня сказал, что красивый. Все, поехали. У нас рубли оставили. Алинка оставила. Они такие тоненькие. Ага, вообще у нас еврики, ну, они мелочь, толще. Много толще. 5 рублей. Тут еще. 10 что рублей меньше, чем 5 рублей. А что можно на 15 рублей купить? Ничего? Ну, раньше я помню, что можно было купить. Сейчас не знаю. Сейчас-то вообще с курсом. У-у-у. Ладно, давай. Все, поехали. Поехали? Поехали. Мы уже отсняли видео, Ваня кушает. Смотри, как у нас тут пусянька лежит. Пумочка. Прелесть моя. Тимуся, прелесть. Мы такие голодные. Можно тебя погладить? Да, мы голодные. Ой, ты моя кицунька. Ты моя кицунька. Расскажи, тебя мучил мой племянник Сашка? Мучил тебя? Ну, как все дети к животным. Он очень любил ее погладить, но Пума как-то не особо хотела. Чтобы Сашка ее гладил, да, Зай? Она текала от него, бегала. Да, везде завалила, к нему пряталась. Угу. Теперь довольная лежит возле дивана. Как она спускалась, Сашка сразу за ней бежал. Угу. А она тут по квартире туда-сюда, туда-сюда. Пума!
Пумочка. Пусяня. Пума. Кс-кс-кс-кс. На. Пумочка, посмотри ко мне. Ну, посмотри на меня. Ну, моя девочка. Такая вот у нас жирненькая пума. Мы уже досняли? Я уже села монтировать. Почитали немного комментарии. И так как у нас вызов с конфетками, с бобами откладывается на некоторое время, потому что мы с Ваней немножко не то купили. А вы в комментариях много пишете, чтобы мы сделали йога-челлендж и сделали пицца-челлендж. Вот. Но так как мы вообще понятия не имеем, какие ингредиенты придумать интересные для пиццы-челленджа, вот, то хотели бы попросить у вас... чтобы вы написали свои идеи, какие вы продукты хотите видеть. Да, только что желательно, чтобы все было съедобное. Да. Но опять же таки, какое-то количество соленых, да, и какое-то количество сладких. Но не по одному ингредиенту пишите, а сразу комбинацию. То есть, да, там так, допустим, будет лучше. Угу. Да? Да. И те, кто напишет комментарии, там, допустим, кому понравятся предложенные уже ингредиенты, ставьте лайки на эти комментарии, тогда мы будем уже ориентироваться по этому, да? Да. Да, то есть, если кто-то написал такие же ингредиенты, как хотите вы, просто ставьте лайки, и все. Я думаю, мы скоро сделаем такое видео, вот, потому что многие просят, и вот у нас тоже есть идея насчет йога-челленджа, просто мы не хотим его делать дома, и у нас есть идейки, но пока что мы попозже его, да, сделаем. Да. Вот, но идеи есть, и хорошие. Даже знаем, где будем снимать. Да. Да, даже знаем, где будем снимать. Но, возможно, мы даже его отснимем в поездке, да? Кстати, в поездку мы уезжаем 3 числа, 3 августа. Мы хотели 2 августа уехать, но это будет воскресенье, и все будет закрыто, и мы решили как бы в воскресенье собрать все вещи, то есть собраться как раз после дня рождения, потому что у меня туса будет дома. Мы будем приглашать гостей, и я вот сейчас смонтирую видео, если останется время, а то еще хочу посидеть, подумать над меню, что я буду готовить, что Ваня мне будет помогать готовить. Так что такие вот делишки. Вообще не знаем, что будем готовить. Да, держи, а я буду потихоньку монтировать. Держу. Она что-то говорит. Ну, конечно. Давай скажем всем спасибо за то, что поддерживает, то, что мы столько хороших комментариев, да, мы каждое утро вам читаем. Большое. И вообще. И причем везде, что на бьюти-канале, что, да, на Свитхом, что на влоговом, то есть огромная каналы. Поддержка, то есть вам просто огромное спасибо. Благодаря такой вот поддержке, когда идет вот эта вот положительная эмоция от зрителя, мне на самом деле сразу же хочется побольше чего-нибудь снять, различные идеи приходят в голову, потому что я вижу, что люди, которые меня смотрят, им интересно это. Да, мне так же. У нас еще есть с вами идеи, которые мы еще не воплотили, но я думаю, мы с поездки вернемся, да? У нас же, помнишь, есть 2 идеи суперские, угу, которые нужно сделать. Это я еще то, что, да, придумал. Да, да, то, что Ваня придумал. Единственное, что Ваня, когда придумывает какую-то идею, она очень затратная, в смысле, затратная по времени съемки, по монтажу. И там нужно придумать, да, вот, как делать. Примерно у меня есть в голове какая-то идея, а ее реализация, я даже не знаю, представления не имею. Но мы, короче, это, может быть, когда-нибудь сделаем, да? Обязательно сделаем, да. Я думаю, после поездки... Это, кстати, не стоит, чтобы прилипало. Ну, да. Кстати, секретом расскажу, кто пользуется программой Adobe Premiere. Да, мы недавно узнали, потому что мы столкнулись с этой проблемой, когда монтируешь, удаляешь какой-то фрагмент, то оно частенько не стыковалось. Не состыковывалось, да, не прилипало, грубо говоря. Мы это называли «не прилипало». Вот, и нажимайте магическую клавишу S, и все прилипает, все классно. Так что имейте в виду, кто не знал. Не, смотри, как, просто вот так? Просто букву S нажми, и все, оно активируется. Мне кажется, ты отключила. Понимаешь? Ну, не знаю, проверь. Да, ты отключила. Просто нажми, только вот тут, да. Вот, теперь пробуй.
составлять. Потому что мы я и тетёля... О, все, погибает. Все работает. Столько мучились вообще. Ладно. Всё. Очень жарко после чая, на самом деле. Включи душно, включи этот кондиционер, пожалуйста. Да? Ну что, все, мы уже выехали. Я смотрела видео, то, что у нас в Sweet Home вышло рецептик вкусных американских блинчиков. Вот. А сейчас мы едем отснять платье, которое сейчас на мне. Вот последнее осталось для того, чтобы начать уже монтировать лукбук на бьюти-канале. Ой, и что? И потом едем дарить подарок дяде Вове. Кстати, многие спрашивали, мы что же купили? Мне ничего не купили вчера. Смотрели, я решила поискать через интернет, посмотреть, что мне понравится, потому что в магазине что-то маленький такой выбор был. А дядь Вове мы уже давно-давно купили подарок, и сегодня мы его уже подарим. То есть мы как бы ждали, когда он придет, потому что он должен был прийти по почте, мы заказывали через интернет, и он пришел, и вот мы подарим, и как приедем уже домой к родителям, то обязательно покажем, что мы купили. Подарок пришел к ним на почту. Да, потому что мы заказывали на их адрес посылку. На наш адрес не рискнули. Вот. Что вот такие вот делишки сейчас отснимем. И я уже немножко проголодалась. Я тоже, но я не особо. Не особо. Вот я съела всего лишь два блинчика, а Ваня скушал много блинчиков. Я говорю, Ваня, не кушай. Сейчас на день рождения поедем, и ты будешь не голодный, а там вкусняшки всякие будут. Он говорит, да не, ничего, я это. И наелся. Сейчас есть не хочет. В 6 часов уже начинается. Осталось полчаса. Полчаса, час. Час. Успеем? Поесть-то. Да, конечно, успеем. Мы еще хотим пофотографироваться там, когда придем. Все с ней пофоткаться. То есть так. Вот у нас планы. Ладно, а пока что нужно снять. Мы обещали показать, что мы подарили, но, дядь Вов, похвастайтесь. Я не... Ничего страшного. Не в форме. Круто. Супер. Круто. Класс. Не, вам очень идет. Если в очках для зрения дядь Вова выглядит таким добреньким... А ну-ка, меня не видели? Не видели. Сразу видно. Да, он для зрения очки. Такой добренький. А в этих очках такой крутой. Круто. Надюшка видела меню? Когда с Ваней обсуждали меню на мой день рождения, Ваня говорит, давай селедку под шубой, оливье. Я говорю, транкило. Мы пришли. Что у нас сегодня тетя Оля с бабушкой наготовили вообще? Салат, я так понимаю, цезарь, оливье с морепродуктами, закусочки, хамон. А это что за салат? Крабовый, да? На крабовый похож. Похож на крабовый, но с изменениями, по-моему. Это крабовый с морепродуктами. Там кальмары, креветки основные. А-а-а. И крабовых палочек совсем чуть-чуть. О, тоже такое. Вкуснее, чем вкуснятина. Да. И эти рулетики с баклажаны. А, тёщин язык это, да? Наша тёща, бабушка готовила. На северной кухне будет рецепт, да? Да, сняли вчера. Ой, боже, я такая Теща голодная. Ну что делать? Я тебя бегаю. Мы смотрим смузи вызов. Теща и зять. И Вася сидит. Ой, мы покушали первое. Салатики различные. И что-то объелись так. Ух ты, да, красиво. Но я не буду вам показывать, потому что это долго. Пока я все перенастрою. Такая погода. Смотри, какие лучи солнца красивые. Ага. Ой. Вышли на балкон, отдыхаем. Здесь попрохладнее стало на улице. У нас тучки. Что ночью была же это молния, гроза. И походу этой ночью тоже будет что-то подобное, да? Что все такое темное, ну да, затянутое. И жара спала, ветерочек такой. Отлично. У меня такая ностальгия, если честно. Чего? Все. Вот ностальгия, когда мы здесь жили, вот вечерние, да, посиделки на балконе, этот ветерочек. Так классно. Как все хорошо. Короче, представляете, какая у нас новость? Ванин друг приехал с России сюда, в Испанию, и сейчас вот приедет к нам сюда домой. Не виделись 6
6 лет, Зай? 6-й год. Ну, на 5 лет не меняется. 5,5. Они в 9-м уехали, то есть 6 лет. 6 лет. Угу. Да как раз твой друг первый, да, когда вы пошли в школу учиться, вот он познакомился с ним. Так что ждем, выглядываем, когда он придет. Посмотрели только что вместе с гостями, со всеми смузи вызов. Насмеялись опять. В третий раз его смотрим. Нет, второй раз смотрим. Мы снимали? Ну, первый раз снимали вместе, потом два раза посмотрели. И каждый раз смеялись. Вася! Почухайся! Вася! Молодец! Ты видел, она в эту камеру чухается? Да нет. Ребят, сейчас у нас без 15:03 ночи. Мы с друзьями гуляли. И наконец-таки идем домой. Ну как идем домой? Мы машину оставили возле родительского дома, потому что мы ехали на машине друга. То есть, чтобы две машины не гонять туда-сюда, мы как бы сели все в одну машину. Вот сейчас нас привезли, мы сейчас идем на свою машину. На свою машину? Но потом едем, нужно идти домой, ехать домой. Короче, жизнь. Мы очень поздненько приедем. Очень поздненько, 3 часа утра, ё-моё. Ой, да, на мое время. Очень. Когда очень мы дома смотрим сериальчики до этого времени. Ну да. Ничего, никто не это, не жалко. Не, ну как бы... Как бы дома это дома, а ты по улице шляешься до 3 часов. Ой. Ну то не жарко. Ну да, согласна, я с тобой согласна, не жарко. Вообще так хорошо на улице. Отлично. Прекрасно. Я так иду, мне по пятке так шлепки, так. Так. Хорошо, что взяла с собой сменную обувь, потому что я же была в босоножках, на каблуках. Я же не знаю, как ты по пляжу бы ходила. Да, мы, кстати, на пляж ездили. Ну не купаться, а в бар. Я думаю, возьму-ка я с собой шлепки. Мало ли, мне натрет или я устану. Так оно и получилось. Только у меня не натерло, я не устала, а мы поехали еще шарахаться по Барселоне. По пляжу, точнее. Все, мы почти дошли до машины. Ладно, ребятки, мы прямо здесь с вами попрощаемся, да? Да, прям тут. Все, всем здесь. Спокойной прям... ночи. Всем пока. Люблю вас очень-очень. Увидимся завтра, так что всем пока-досики. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.